Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и задали мне вопрос коротенький, маленький. Таким же видео, собственно, я и отвечаю. Вопрос очень простой, ответ тоже очень простой. На ваших экранах вы сейчас видите результаты методики MMPI. Это результаты живого человека. Проходил он обследование у нас в 2018 году. Соответственно, возрастной человек, но не важно. Задали простой вопрос. Какая для вас самая важная шкала в методике Котелла? Да? То есть это всем известный 16-факторный личностный опросник Котелла. Вариант на 187 вопросов. Есть на 105, есть на 187. 105 мы не используем, он плохо адаптирован в России. Одно время пытались, значит, сопоставлять результаты, проводить какие-то корреляционные связи и так далее, и так далее, и так далее. Поняли, что он неэффективен. Но это было известно нам с самого начала. Мы проверили лишь эту мысль и убедились, да, действительно, работает на российской популяции только опросник Раймонда Котелла на 187 вопросов, 16-факторный опросник. Всего в нем, соответственно, 16 шкал, даже по названию можно судить. И какая для меня самая важная шкала? Самая важная для меня шкала – это шкала C. Не затягивая видео, вот в данном случае мы видим десяточку по данной шкале, это максимальный результат. Шкала называется «Адекватность эмоциональной и социальной». Эмоционального и социального реагирования. Эмоционального и социального реагирования. Насколько адекватен человек в каких-то жизненных обстоятельствах, в оценке себя как адекватного эмоционального человека, да, проявляющего нужные эмоции в нужный момент, в нужных обстоятельствах и так далее. Не все шкалы этого опросника Котелла работают на Российской Федерации. Прямо скажем, большинство не работает. Значит, у меня об этом было видео очень подробное. Кому будет интересно, сходите ниже по ссылкам, посмотрите, там их очень много. Несколько видео посвящено данному опроснику. Ну и, соответственно, адекватность эмоционального и социального реагирования. Это самое главное, абсолютно 100% работающая шкала в методике Котелла на российской популяции. Пожалуй, на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!